Зла сухан хахада булут хле ажал зоне далан таван хови хагдет байна. Ина асодолар борят олса толгайлык шате ехы соглан унгырва. Алексей Циденов этимдеглэхэр улан удохота моин болон хоэта бэгла эмогу зарин бірхышел нутте дэрэлда. Тус эмогу дэй долагар хангалгады ашықты арғы олыха, тарифуды албанда хоэта эмогудар ургылдышын жылғы хыгыхында баре тэры угубы. Муно дэрэ борят олыста арван нэмэн газ толшы хырглады кательнанут хоргоулинутты волонтасырлигутты бийюн. Харин Нейманден и на ажалгу сытхаха зубшол абаха хрыкты. Праздник, посвященный открытию детской площадки, считается открытым. И да ихм багашолай талмай сынгыха сыслега дебисхит дэры байгал олдынхай. Теймэ эндэхи ухи буды, мунглы байгалы арьер оршылдык аймагодар айншылышыды дуру татамар казырын болохын лапты. Мне очень нравится эта площадка. Я хочу приходить сюда каждый день. И находить себе новых друзей. И играть. Байгал шадыра эмэгэ гримячес хорида бағашуула талама нейлгэн байар йохолыл унгурбы. Бэнгэ урхэ эйлгэхэн муно сагайхэр тухэрэгдэхэн газырды бисгэрэ программа надэнэ болын спортор бойы хорихэй харалынхэ. Тэнды хэнэрши ашык тоғатайгар сага унгурыгдэхэн болуху юм. Нашему району было выделено свыше 33 миллионов рублей. Мы распределили их среди поселений. И вот в каждом поселении у нас их 10. Мы построили, строим, достраиваем вот такие вот детские игровые площадки. Чем я вас и поздравляю. Все силы собрали, так сказать, силами активистов. Мы тоже готовили место, проводили субботники. Так сказать, вложили труд, душу местные жители. И сегодня мы имеем хорошую детскую площадку, чему очень рады. Рады поучаствовать в этой федеральной программе. Порятовался нынешний холбота улыса мянган урха элгэхэн программа бейлухын тула наймандзун душу юху миллион тухарикты хуртыхан байна. Эны гыршадарай газар дебисхыр болбасын тухылдэ болгоху тухай шриитгы бэрэ ушо зургадахи зунзуга экономическу хорлдан дэра аптахан юмгэжа хандоуе. Маргам Пригнаев, Валерий Дамбаев, Бурят ТВ. Монгол улыса ховдгэхэн полигон дэра арусэ болон монголэй сэлэнгэ хайр мэнгэ харин хайр хорлсыл ынгэржу байна. Хайр гүріне сірге халбарынуд өдіп хитегер шыны зіпсік жуылғы болын сірге техника хырғылғыр. Орысы болын монголы зіпсікті хүсінуде мотострелковы хысығуд, бронетранспортернуд, ору ябдық ракетны пушишны комплекснуд, тосқа хырғысылай тайфун болын рызгығын бұлғуд болын бронеавтомобилнуд, хады улыта, сул ғазырта хорылсылай ба дайшылхы бодылғы дүргіні гыжы зүнзігай сірге мажығы мөделісілі албан дуылғына. Үнэнхэ гадна артиллерийн зыпсыгуд, дэсны авиация хамгалха абронын комплекснуд болон мүнгү зорёр хангахы хысыгды, мүн тихэдэ газыр дэрихэх сэрэгэ мүртэг техника хабадына. Үнэ хорусылда мүнглы сэрэгэ авиация вертолёдуд хамтархан сэрэгтэ бодылғы дүргіні. Хамта дэрэ тэнда мэнгэ гарын сэрэгшэд, горбун зугарын сэрэгэ техника хабадыр байна. Иді удырнутты Максим Ихытасхан шадыр хунуд бабығын гүлгідейе харабы. Нігінен харғын хажу талады, онады дәрілон қайхыптыбы. Августын далонды веселануды гүхін олын етін қодығын дәрі видео гарахын. Ины ошыртты зымытты хунин олдын қай гүжімі дейсіні, харин бурят олсы байғалин шалғылтын бұлык ины хоне бору шабы. По данному случаю выехали сотрудники полиции, выезжал наш инспектор. Но, к сожалению, обнаружить тело данного медвежонка не удалось. Видимо, кем-то данное тело было убрано. На сегодняшний момент проводится проверка сотрудниками полиции, но пока никаких результатов нет. Инызон хунуды бабгынуды ехараха ошур алышырог жаханулыя. Жалошуды ехаргайда болгом жуте байхайын гуйныбди. Сысыгунгарова Александр Чепсин, Бурят ТВ. Бұрат олысты августын хорин таба, хорин зұрғаны өдірінуді, нәймәдігі байғылы үрдім хорылсылай хорылдан, орыз олысы болбысырлай ямын әсет Сергей Кравцове өдірілігі дары үңгірхі юм. Тірі әні хорылданда тұрушынхи хабадықы бәні. Хорылданы сүдбін болбыл, Россиян нүгітхімыл хорылсылай орын зай болын, қол хара болыны. Орыт гүріне юрінхылшы Владимир Путин, орыз олысы дилхен арбыны тоғдырыжа, хорылсылай шанар хайжырулықы тұқай дабыры үгіхін юм. Хайдыхи талмайдын нүгітхімыл хорылсылай орын зай байха, тенді хорылсылай қорымда хэдылғы тұқай хылсен болыха. Инэнді тұрылшы дөді хорғылында түлі олшыд, үрді мұханай шалғалтын бұлық хабады хайым. Хорылданы тұрылшын үдір байғылда, хайрдихи үдірін улан үдіді үнгір хайым. Бүгідің орыл сотына зүбілон опер болын балиеде театрты болыха. Тұз зүбілонда орыс олса юрінхылшын орлықша Татьяна Голикова, гүріне юрінхылшын албын ғазалай түлі олшыд хабады хатусіпті.
Бурят улысемне кабанскынг эмэгтэ турушын хия загахар хэгдэгэн холай хэндар гэгэн фестиваль үнгэрхэйом. Тэра августын арбон гурбанда байгалэ эрин посольская хуринда загашады удырта дашарымдолуг дахабайна. Новое необычное мероприятие – это еще один способ погрузиться в атмосферу гостеприимства, быта, традиций народов, проживающих в нашей республике. В этот раз мы хотели бы познакомить наших туристов, наших гостей и жителей республики с Кабанским районом, с селом Посольское, с одним из самых старинных сел в нашей республике. Хайрменга Хоринеганда Пасольск Хорин Раси Гурене Баландеухен Эгехен Худотас Ханоде Тодорхньом. Энонютак Загахар Хигдеде Кейде Холбу Дехитопша Забринуда Сурханхе и Лангая Заншолта Балахан Пирок Идегер. Планируется проведение конкурса, это конкурс рыбный стол и конкурс на самый большой пирог. Ну, я думаю, это будет интересное мероприятие, потому что комиссия будет определять как размеры этого пирога, так и будут определяться, конечно же, вкусовые качества. Я думаю, что кто приедет, воочию увидит, попробует, расскажет другим. Монодыры сторона роднаева рыбный стол или ни рыба, ни мясо гагмурсионная программа доторвалыхсемная арбанная могудет улолыкшет мыдулгы яругам байнат. Надо обязательно съездить, попробовать все поморские пироги и выбрать самые вкусные. Да, я думаю. Не приедешь, не попробуешь. Не узнаешь. Майдер Пригнаев, Александр Чойпсон, Бурят ТВ. Августин Арванга, Хоринега Боутер, Бурят Улысе Сайолай Ямыны Демжаугер, Байгалы Табадыхи, Ойн Байры Хатары Ихын Адын, Хотын Талмайну Дегур, Инды Тынды Унгырхы Балот Байна. Инэхэм Жайы Боуга, Байгалы Хамгауын Сыдыпта Зарюлагдынхэ. В этом году у нас программа насыщенная, у нас, получается, пройдет выставка, потом у нас состоится гала-концерт 18 августа на сцене Театра оперы и балета, и 20 августа мы приглашаем всех на опен-эйр на Байкале, в местности Пески. Наадына имхитхуша опер болон балеты театры Мыргыжалты Хатаршын Павел Окуневых лэгэр байгалы хамгагу хуны сойолты тахаршуғы холботы. Тимхэ нэйхэ наадын оршын байгалы аршылын хамгагу хыгын тугдорун гүрхін гэша. Во-первых, балет неравнодушен к этой проблеме. Во-вторых, мы хотим донести через культуру, что это важная проблема, и сейчас нужно задуматься об этом. И на мой взгляд, что чем выше культура в регионе, тем ниже стоит вопрос экологии. Энэйхэнаадын харакшаты грозу ругуды, хатыры арагар байгалин заболын харуужа, сашынхи хоби заяндын ханала табиха тухай айлгу хызарюгатыгына. Майдар Прикнаев, Александр Чойпсон, Бурят ТВ.